прошлый раз у нас этого с ЛНР, короче, приехали 2000 ополченцев, кто хотят воевать, короче. Вообще пиздец, мало их осталось, чем 20-25. Теперь с ДНР едут. А чё сразу не хапнут нормально же? Бля, не могут, да, не могут. Здесь гражданские люди. До сих пор нам запрещали гражданских людей даже смотреть в их сторону. Теперь сказали всех хуярить, всех подряд. Гражданские дети, не дети, всех хуярить сказали, всех. Нас здесь мало, бля. Да, нас окружили здесь. Охуеть. Окружили тоже как здесь, короче, блядь, город. Мы в городе, в каком-то военном украинском заводе. Из дохуя старой техники всего. Из этих 9-этажных зданий, бля, любого, кого увидите, любой, кто фонариком просветит, что бы ни делал, все хуярит, сказали. Вот только что снайпер на вышке, который сидел, троих за забором убил, который с фонариком что-то в нашу сторону просто светили. Троих убил, вниз спустился, перезарядился. Стояли, разговаривали. Теперь можно спокойно спать, говорит, спокойной душе. Охуеть. Короче, ну, кажется, что нихуя, на самом деле, что самое пиздец здесь что творится. На днях, слышишь? Да, да. На днях столько 200-х грузили, 300-х грузили, ебать там что творилось, бля. 200-е это мертвые, которые 300-е это которые ранены. А что так 200-е, 300-е? Военным этим так их называют. 200-е убитые, 300-е раненые, 400-е газово раненые. Ага. Здесь в основном от осколков умирает. Любая хуйня, которую артиллерия, град стреляет после взрыва, у нее осколки летят. Ага. В основном все смерти от взрывов и осколков. Ага.